Спасатели предупреждают красноярцев о шторме. По их прогнозам, завтра скорость ветра может достигать 27 метров в секунду. Горожан просят быть осторожнее. Стоит опасаться плохо закрепленных рекламных конструкций и не ходить под низко нависающими ветками деревьев. Между тем, метеорологи предсказывают штиль. По их данным, выходные будут теплыми, но дождливыми. В субботу воздух прогреется до 7 градусов выше 0, а в ночь на воскресенье похолодает. На термометрах должно быть уже 2 градуса мороза. Ветер стихнет, но пойдет дождь, а возможно и со снегом. В понедельник и во вторник обещают ночью минус 6-8, днем 1-3 градуса ниже нулевой отметки.